Эти кадры жатвы в колхозе «Новый мир» Ешалтинского района Калмыцкой ССР похожи на десятки, сотни таких же кадров, снятых кинохроникой или телевидением в этом или в другом хозяйстве, в нынешнем или прошлом году. Кадры похожи. Не похожи дни уборочной, не похожи люди, занятые на страде. Вот и в этом году. Послушаем Звеньевого Ивана Петровича Тевса. Трудно ли нынче жатва? Как же? Хлеб он на то и хлеб, в общем-то, чтобы быть ему трудным. Отец наш говорит, что легкий хлеб, он вроде дармового, поперек горла застрянет. Не только я. В общем-то, никто у нас в колхозе не помнит такой вот легкой жатвы. Когда мы ждем уборку, всегда волнуемся. Этой зимой опять вот переживали за землю. Снега на полях не было. В марте пронеслись пыльные бури, опять волнение. А уборка началась, когда дожди пошли. Потом ветер сильный, волки разворошил. Колхозники их ручной поправляли потом. Вместе со мной в звене работает мой средний брат Андрей. В этом году пришел младший Валерий. Вот 17 ему исполнилось. Звено братьев в трудных условиях за 12 дней намолотило 23 тысячи центнеров зерна. Заканчивается жатва, оставляя в памяти имена победителей соревнований. Вот эти кадры, да фотографию, на обороте которой можно написать «Звено Тевса, жатва 84».